дорогие зрители, приветствую вас на канале Harmony in Austria. Я вам передаю привет из солнечной жаркой Венеции. Сейчас будет видео о том, как приехать в Венецию, но очень дешево. И из Австрии за 29 евро. За 6 месяцев до своего прибытия в Венецию вы должны зайти на сайт австрийских железных дорог и выбрать там направление Венеция и опцию Spar-Ticket. Из каких городов вы можете приехать в Венецию за 29 евро? Из Вены, из Зальцбурга, из города Филах, из всех промежуточных городов. Более подробную информацию вы найдете на сайте австрийских железных дорог. Ссылку я вам оставлю в описании к видео. По территории Австрии несколько часов вы едете на поезде до станции Филах. На станции Филах вы пересаживаетесь на очень комфортабельный автобус, который вас довезет непосредственно до Венеции. Чем раньше вы зайдете на сайт австрийских железных дорог, тем больше у вас шанс купить этот билет. Это дешевый билет, 29 евро. Я желаю вам удачных поисков. Приезжайте в этот прекрасный романтичный город. Смотрите, какая здесь красота. И давайте немножко посмотрим, что здесь интересного есть в Венеции, чтобы у вас разыгрался аппетит перед поездкой. Счастливого просмотра!